Каждый день мы предлагаем один главный товар по исключительно низкой цене. Действительный всего одни сутки. Эта цена только сегодня. Ну что ж, Света у нас сменила гардероб прямо сейчас. Свет, ну расскажи про твой выбор. Ты знаешь, так приятно за один час сменить несколько образов, которые все могут оказаться в вашем гардеробе. Дома надо выглядеть стильной, модной, яркой, необычной. И вот такой вот домашний костюм, как Юля от бренда Celtex, позволит вам быть всегда динамичной, слушай, яркой, незабываемой. И, например, к вам, когда придут гости, подружки, друзья, вы спокойно встречаете их и дарите еще и свой позитивный настрой. Слушай, это точно домашнее, потому что я в модных магазинах видела такие брюки. Посмотрите, как они смотрятся. И клетка, и лампасы. Очень стильно. Итак, у нас два цвета на выбор. Две вещи еще у нас здесь сразу же в комплекте. Причем выполнены они у нас с вами из хлопка. Таким образом мы с вами получаем премиальное качество в модном исполнении. И ты, Арин, абсолютно права, что заметила, что здесь у нас лампасы есть и по рукавам, и на брючках. Вот такой костюм мы можем с вами носить даже отдельно. Вот представьте, такой вот джемпер-свитшот вы наденете с джинсами, а к этим брючкам подберете однотонную футболку. В таком комплекте вы можете поехать и на дачу, и в загородный отель. Вы можете выйти на улицу с кроссовками. То есть такой костюм, он у нас с вами выходит за рамки домашнего такого, а уже становится более ярким, уличным и динамичным. Ты знаешь, а мне очень нравится то, что обычно, если мы выбираем такие домашние уличные костюмы, они как спортивные в основном. А этот, посмотрите, какой стильный, такой английский, да, английское настроение есть из-за клетки. Костюм называется «Юлия». Свет, тебе очень идет клетка, прямо так, такой динамичный образ получается. Два цвета на выбор, бордовый и черный. Отличная размерная линейка от 44 до 54 размера. Свет, как ты, кстати, подбирала вот для себя? Вот на свой 50 размер я выбрала ровно 50 размер, хотя у меня бедра чуть побольше. Класс. Сел великолепно. Здесь еще и эластичный трикотаж. К тому же, именно такие костюмы и клетка абсолютно актуальны и модны сейчас на всех подиумах мира. Откройте глянцевые журналы, вы увидите, что клетка пестрит везде. Крупная, мелкая, такая коллаборация разных стилей, и тем более английский стиль, как мы здесь это видим, именно клетка, пришедшая к нам из английской классики, уместно и, знаешь, так необычно смотрится, потому что мы привыкли, что в клетке мы с вами ходим на работу. Юбки, костюмы, а здесь у нас с вами удобный, комфортный костюм. Тем более комбинаторика вот такой вот вариации, когда у нас с вами однотонная ткань и только детали клетки по джемперу, а брючки у нас с вами наоборот активны в клетку. И здесь у нас с вами лампасы, которые еще не просто добавляют спорт-кэжуал в наш вариант, но еще бесконечно стройнят ножки. Слушай, не то чтобы гостей пригласить в дом, мне кажется, я на работу пойду в такой, на работу в таких брюках. Стильные, классные, современные. И это, кстати, абсолютная новинка на телеканале Shop & Show. Цена сразу за две вещи в ваш гардероб. Причем их вы можете носить, ну, вот, ну, вы знаете, ну, честное слово, на такие брюки я готова надеть на работу. Они такие же точно, как продаются сейчас в модных магазинах. Но при этом что за состав у нас, Свет? Смотри, бренд Celtex использует здесь у нас премиальный хлопок. Очень важно отметить, что здесь у нас с вами не мягкий такой вот домашний, уютный как бы костюм. Здесь плотное плетение, поэтому ты правильно заметила, что ты можешь их надеть на улицу, например, с футболкой. Вот добавь белую футболку, черный топ, будет смотреться эффектно. Изнутри у нас с вами мягкое переплетение нитей. Мы с вами можем даже почувствовать это бархатное прикосновение, причем очень мягкое. Вам будет комфортно, тело будет дышать. И вот такой костюм вы можете надеть даже летом на улицу, вам не будет жарко. Шикарно. Вы видите обработку всех швов, то есть это премиальное качество. И как эксперт, я в восторге, что на такой стильный вариант такая доступная цена. В магазине, когда я хожу со своими клиентами по магазинам, я такой цены не видела. Максимум, ну, футболка, да, или толстовочка маленькая может столько вот стоить. Вот именно так нам и говорят наши телезрительницы, которые дозвонятся, говорят, потому что цены на телеканале Shop & Show, ну, шикарные по сравнению с тем, что вы можете найти в магазине. Посмотрите, какая туника классная, а ведь это целый костюм. Идеальный день для того, чтобы
вот запастись подарками на Новый год и поменять полностью свой гардероб, как домашний, так и гардероб для досуга, да, какого-то? Конечно, потому что в таком костюме вы можете поехать за город, вы можете поехать на дачу, пойти с друзьями гулять в парк, выгулить своего питомца или со своими детьми, например, пойти в какой-то развлекательный центр. И мне нравится, что где бы вы ни появились, вот согласитесь, во-первых, мы выглядим стройно, а во-вторых, нам всегда удобно. Во-первых, вот такой вот свитшот сверху у нас с вами очень-очень мягкий. Посмотрите, спущенная пройма, это очень удобно. При пышной ручке и пышной груди это, можно сказать, до спасения, что здесь не будет пережимать и подтягивать грудь. То есть мы смотримся аккуратно. Лампасы по рукавам делают нашу ручку узкой, очень стройной. Мне нравится, что длина у нашего свитшота, во-первых, разная. По спинке идет более такой вариант удлинения, мы закрываем пышные ягодицы. Для пышных бедер есть разрез, ну а для удобства ходьбы спереди чуть покороче. Ну а удобство брючек у нас заключается в том, что здесь эластичная лента высокая, смотрите, кокетка, и плюс лампасы, которые вытягивают наши ножки. Ой, я сейчас взяла в руки мандарины, этот запах мандаринов, конечно, напоминает нам о приближении Нового года. Самое волшебное, самое сказочное время. Понюхай мандарин, это же вообще Новый год сразу, хочется елку, хочется, когда семья, знаете, эти вечера, когда семья вместе собралась, гирлянды везде сверкают, как это здорово. И когда мы дарим своим подарки, вот мне и знакомая моя рассказывала, да, и подруга моя, и мне мама всегда дарит на Новый год именно домашнюю одежду под елочкой. Я знаю, что я там найду, это так всегда приятно, это... самое дорогое, и когда я потом надеваю пижамки, когда я потом надеваю сорочки, костюмы, которые мама подарила, я всегда вспоминаю, вот какие приятные ощущения, да, вот прям в голове щелкает, и ты понимаешь, что что-то вот теплое, приятное, уютное. Родное. А потом приходит первое число, вы открываете подарки, вы надеваете эти пижамы, у вас буквально пижамная вечеринка целый день. А мы отдыхаем сколько дней после Нового? 10 дней. И вот в таком костюме можно всегда провести дома время со своими друзьями. Тем более это натуральный хлопок, тепло дышит, нам не жарко. Мы можем спокойно приготовить что-то вкусненькое на кухне, накрыть стол. И при этом после этого мы можем выйти на улицу, да, то есть пойти к соседям. Соседям в гости. Это всегда приятное решение. Слушай, а ухаживать сложно за таким костюмом? Ты знаешь, вообще, когда хлопок, мы можем стирать в домашних условиях. Хлопок не боится стирки. Причем мы стираем в такой прохладной воде 30-40 градусов и выбираем деликатный режим. Тогда вещи вам прослужат намного дольше. Ох, ну это клетка стильная. Карманы, кстати, есть на брюках, что очень и очень удобно. Дозванивайте, успевайте, закажите для себя очень комфортный костюм, в котором вы можете... и дома находиться, и выходить на улицу, ну, вот я в своем случае даже на работу бы отправилась, и плюс еще, конечно, проводить очень комфортное время дома. Звоните прямо сейчас, все звонки абсолютно бесплатные. Это абсолютная премьера на телеканале Shopping Show. У нас, кстати, сегодня уютное настроение. Мы выбираем с вами самые комфортные вещи.